Вот это адски сложно, ребята. Я это с первого раза никогда не проходил. Так, подожди, подожди. Выключили? Так. А как мы стреляли-то? На чем мы нажимали? Пулемет ЛХС, а для стрельбы ракетами ЛКМ. Подожди, а какая-то еще была кнопка для стрельбы этими ракетами? Ну ладно. Ага, хорошо. В принципе, тут ракеты без надобности. Так. Два движущиеся автомашины. А как мне изменить угол обзора? Ага, так, где они? Поехали. Так, слишком сильно не поднимаемся. Ну, как видите, у меня с вертолетом, конечно, проблемы имеются. Так, где-то была какая-то кнопка, чтобы... Вот. Только жалко, что нету наведения, конечно. Так, хорошо. А почему? Слушайте, я случайно нажал Enter. Ну ладно, давай еще разок. Обидно. Так, с грузовиками, значит, просто я здесь очень просто все прохожу. Просто не сильно не подниматься. И нормально это все проходит. Вот так вот немножко снизились. Начинаем уже хреначить. Так. Так. Красивый вертолет, конечно. Вертолет красивый. Но не всегда это, конечно, выглядит это эффектно. А на деле все это очень страшно. И сложно. Так, нам мне бы хоть видеть, куда у меня эти пули-то ложатся. Пули есть пули, как сказано в фильме «Дрожь земли». Так. У нас еще на время, блин, это надо. Так, стоп. Я не понимаю, каким образом у меня радио включилось. Ребят, мы будем с этим долго мучиться. Главное, обзор. Все бы хорошо с обзором сложности. Все, сейчас мы его уделаем. А, все, да? Ну хорошо. Надеюсь, нас за музыку не забанят, потому что... Так. Не-не-не-не-не-не. Спокойно. Ну почему? Я ж хорошо проходил. Ну ладно.